Всем привет! Вы на канале «Готовим дома». Сегодня приготовим рулет из скумбрии. Готовить его очень легко и просто. Кроме того, что рулет очень вкусный, так его еще можно приготовить заранее на праздничный стол. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим рыбу. Две уже размороженные скумбрии моем и очищаем от внутренностей. Каждую рыбу разделываем на два филе. Делаем надрез вдоль по хребту скумбрии. Аккуратно руками отделяем хребет от тушки рыбы, сначала с одной стороны, а затем с другой стороны. Это делается совсем несложно. Все плавники тоже отрезаем ножом. Если в филе остались еще косточки, вытягиваем их руками. В этой рыбе их совсем немного. Я вытаскиваю косточки с помощью специальных щипцов для удаления косточек. Это очень удобно, рекомендую. Такой пинцет можно купить на AliExpress, ссылку я дам под видео в описании. Ножом измельчаем 5 зубчиков чеснока. Подготовленное филе скумбрии кладем на доску. Рыбу солим только с одной стороны, примерно 1 чайной ложкой соли. Перчим по вкусу. И посыпаем 1/3 чайной ложки мускатного ореха. Сверху на рыбу выкладываем измельченный чеснок. Приправы растираем руками, а чеснок немного вдавливаем в филе скумбрии. Каждое филе скручиваем в плотный рулет. Скручивать начинаем от хвостика. Каждый рулетик плотно заматываем в пищевую пленку. Сначала рулетики из скумбрии кладем в холодильник на 4-5 часов, чтобы они промариновались, а затем перекладываем в морозильную камеру на сутки. Перед подачей рыбку вынимаем из морозильной камеры и оставляем на столе примерно на 15-20 минут, чтобы ее было легче разрезать. Еще не полностью размороженные рулеты нарезаем порционными кусками и подаем на стол. Рулеты можно приготовить заранее, даже за несколько недель до праздника, и держать их в морозильной камере. Рулетики из скумбрии получаются очень вкусными и аппетитными, с пикантным чесночным вкусом. Такая рыбная закуска выручит всех хозяек, когда нужно подготовиться к празднику заранее. Обязательно приготовьте рулетики из скумбрии, это очень вкусно и просто. Если вам понравился такой рецепт рулетов из скумбрии, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.